Пойдем тогда посмотрим наш новый дом. Типа дайвинг Давай, типа, да? заходи, заходи, заходи. Заходи, я дверь закрою. Так тут все равно никого нет, здесь только белки. Ну, всех убили, теперь можно. Так, ну, до нашего дома не добраться на этом транспорте. Пойдем на другой. Давай, окей. Ты-ты-тынь, ты-ты-тынь. Так, у нас тут все вот это вот и вот. Да, у нас тут не влез диван. Его разделило стенкой. Что ж, теперь мы осмотрим самый безопасный дом в этой игре, который можно создать. Он находится под водой. Я не про совесть твою, я про дом наш. Он же не под водой. Кстати, хорошая идея, может попробовать создать дом под водой. Прикинь. Да. Интересно, а в самом доме дышать будет можно? Я, короче, сижу опять на третьей сидушке. Да, скорее всего, можно. Я вообще в текстуре какой-то тут на аккумуляторе опять сижу. Сорян, чуть-чуть. Не попал. О, я хоть маленько, я хоть на сиденье переехал. Вот это такие. Что за ржавые трубы? Ты куда привез меня? Тебя. Тебя, да, ночь сняли. Тебе какая разница, куда тебя везут? Что это за это? Это мой что пентхаус. Пентхаус отпинали, который? Это пентхаус. Давай, кто ладно. Его отпинает? Ты посмотри вокруг. Самое элитное строение в этом мире. И, ребят, если кто-то построил что-то элитнее, пишите. Тут у нас есть что пожрать. Ну и, в принципе, да. Красиво. Удобряли лично. Сука. Ладно. Так, в смысле, ну чё, ну... Так, здесь моя мастерская. Тут можно что-то запилить, что-то зафигачить и что-то включить. Я что-то включил. Свет везде есть. Каждому можно включить, что-то пожамкать, что-то потрогать. Можно даже посмотреть, что в шкафах. Если сдохнешь, да, нам даже иногда звонят с острова. Типа приезжайте, помогайте, мы едем и помогаем. Это раньше. Так что обращайтесь. Ну и сейчас просто тут никто не выжил, никого нету, только Драгошка и все. Да. Кстати, у меня послезавтра с ней свидание. Она единственная женщина, а ты так, в рукопашку. Вот. Здесь есть еще полки. Вот это наша кухня. Кто-то свет не выключил. Здесь можно воду накачать. Приготовить. Холодильник. Холодильник. О, котлеты. Захомячил котлету. Котлеты там мои, твоя получается еда. Вон посередине, сверху, ты чё? Нет, я котлету зафигачил. Вот, здесь мы пьем чай. Кто в гости придет там и так далее. Тут коллекция, вот машинка у меня гоночная есть. По часам время 10 минут. Уже 10 минут. Какого? 10 минут, как мы уже должны быть, типа, начать пить чай? А где чай? Ты что, ты прям так сидишь тут? Да, ну это трон. На троне только так. Это не трон, это стул. Так, там у нас... Вот здесь по телеку говорят интересные да. вещи. Но... Новости, да. Мы не смотрим телек, но он у нас есть. Смотри, здесь почти 10 минут. Вот эти часы отстают от тех. Надо будет сверить время. Да, и, короче, капелька трагичных историй. Короче, вот этот человек был голоден и всех рыб сожрал. Ну, бывает. Каких рыб? Какой человек? Теперь у нас аквариум пустой. Видите, какой он? Так вот, да, происходит. Ну ничего, потом как-нибудь где-нибудь добудем. Так, чё, второй этаж? Да, да, да. Пойдём. Сука. Ладно, пойдемте посмотрим комнату Гордея. Минимализм. Стиль минимализм, он сейчас минимализм популярен. В моде, да. Да. Именно этим словом прикрывают слово бомж. И вот такой шкаф.
Это Зато единственное, какой шикарный вид, на посмотрите. что он успел Просто, накопить. просто жесть. Просто космос, а не видок. Да, вид действительно как из космоса. Да, вон даже акулы плавают прям. Ой, надо было вообще тебя ужас. одну стену действительно просто оставить, чтобы ты думал, что это стекло, и свалился отсюда. Ладно, пойдем посмотрим мою комнату. По дороге к моей комнате у нас есть светильника, большое количество. В темноте тут явно не будешь, тут кресло кожаное, всякие дела. У нас тут коллекционный шкаф, кожаный диван, если что, возле телека позалипать, свечи. Если там романтическая обстановка нужна с продавщицей, если Гордея куда-нибудь отправить на ночь, на какой-нибудь остров, тут вот какой-то коллекционный шкаф среди последних обновлений и сразу моя комната. Да, минимализма чуть поменьше, потому что, ну, стиль бомж не всем подходит. А вот это кресло конкретное бомж. Я не знаю, зачем оно тут. Но оно капец какое кривое. Это капец. Это твой трон, ты что забыл, что ли? Я перенес из твоей комнаты вообще-то. Не было у меня такого, не надо. Будет? Это ж тебе подарила твоя подруга, ты что сказал, что ты сделал мне без остановки? Это какая подруга? Ты забыл? Продавщица? Да, ты что, забыл? Ага. Ты уже как протер его весь. Вот так говорят анонимные анонисты. Ты только сейчас встал с него. Да вот так говорят анонимные анонисты. Вот, у нас смотрите, какой 10 видок. Минут. Ну, блин, что это, ну? 10-го. Вот, прикольное кресло. Там всякие тумбочки, шкафы. А это Мишка. Люблю иногда разнообразие с продавщицей, с Мишкой. А ты как? Пошли отсюда, маньяк какой-то. Рукопашник. Так, ну, прекрасный вид на мой погреб, блядь. Ладно, все острова уже помечены. Всех выломали, всех поубивали. Всех все сделали. Мы остались тут одни, втроем. Да, и осталось, короче, у нас показать вам офигенное, шикарное футбольное поле. Будем показывать? Какое футбольное? А, ну, третий этаж у нас остался под обновление. Разработчики да, вот говорят. Тут мы, короче, гоняем футбол. Мячика не хватает, разработчики, добавьте мячик, чтобы вот так вот на такой полянке можно было шикарно поиграть. Ну, было либо что-нибудь новое, чем можно забить это помещение. Ну, а в принципе, мы ожидаем тут весьма много всего. Да, и, честно говоря, будем немного ждать. Поплёвки заделать дыры. Какие? А то дует. Ты смотри, сейчас надует, и два бурята в этом мире останется. Так, ну чё, вот. Вот и всё, закончился наш. В любом случае, мне бы еще, конечно, хотелось, но это лично мое пожелание, это какая-нибудь обработка вот этой, блядь, вот этого потолка. Это что-то с чем-то. Что-то все удалось преобразить, но конкретно потолок нет. Да, и дыры вот эти. Стены вот такие можно заклеить обоями, а потолок нет. На пол можно положить ламинат, а на потолок нет. А на потолок нет, ну реально. Да, даже на союзников можно наложить, а на потолок нет. Ёшкин мать. Собственно, это ж все, что мы хотели показать на данный момент. Это самый безопасный дом. До нас ты даже обои не показал. Ты даже обои не показал. Какие обои? Обои великолепные. Синие обои у нас. Все видео было ли синие обои. Мы хотим обои в горошек, но обои в горошках тут нету. Все обои в полосочку. Вот есть зеленые обои. К этому времени уже были добавлены зеленые обои. Они вот такие. Классные, да, согласитесь? Какие классные обои. Можно чуть-чуть почище обои. Пускай они будут намного дороже. Да. Но чуть-чуть почище. Введите, пожалуйста, ему щетку. Да. Он справится. Чтобы я заставил кого-нибудь их отмыть. Будет гораздо ну, это, лучше. У нас же есть же там на этой самой на острове продавщица-то. Он справится. У нас тут коллекционные диски, вся фигня, все есть. Вообще все есть. Да, и у там нас. Джон, там все, дела. Все нормально. На данный момент, как я и сказал, это самый-самый-самый безопасный дом. Если так, гости мы... какие-нибудь есть, то они обычно сидят где-нибудь. Ну-ка, посмотри на меня. Глаза тебе так и не вылечили, да? У меня тоже косоглазие? Вообще капитально. Че, серьезно? Ну, у тебя, смотри, один глаз на меня смотрит, а второй как будто из уха.
Тизуха? Прикинь, разброс, да, какой жесткий, как Охренеть. вообще. Матушка природа. Капец, оптимизация, да, разнообразие. А еще говорят, что тут очень плохая кастомизация персонажей разного вида, роли, создание персонажей. Но как ты создал такого косоглазого, непонятно. Ты по Да там темне. вообще вариантов-то даже нету, ты видел сколько там, 2-3 варианта. Не знаю, я автоматически создал. Я ж себя не вижу. Зачем мне это? Ну, лучше ты не смотреть, я тебе говорю, это будет вообще ужас. Вот хорошо, что тут зеркала не работают, ты бы офигел. Не, было бы прикольно. У нас вот такой вот вечер. Все это вечереет. Вон дятлы летают, на свет летят. Я как бы удобрил там немного полянку. Да понятно. Я думал, комар какой-то. Пользуешься момента, пока я безоружный, да? Да. Понятно. Замечательное завершение.